это наша столовая. Там пошли корпуса, где мы живем. Тут вот домики. Это домики, только летом в них жить. Конечно, природа хорошая. Вот футбольное поле для детей, там детская площадка. Вот стоят домики, тоже у них живут. Но это живут летом у них. Там много комаров. Тут, говорят, змеи есть. Вот такие домики. А там корпуса, где мы живем. Хорошая природа. Вообще класс. А там живут в этих помещениях семейные. А? Да, занимался. Это Надя идет. Наша комендантша. Да, да. Это вот тоже домики такие вот. По два человека здесь живут. По два человека. Это летний вариант. Тут летом живут. Ну, вообще природа же обалденная. Вот там лес, детская площадка, а там лес, а туда нельзя к лесу ходить, там болото. Я вчера пошел, там чуть не загруз. А там за этим болотом в лесу несколько домов живут люди, машины там у них. А вот наш барак, ну не барак, а наш этот, наш домик, где мы живем. Домик тут на две двери, на два выхода. Живет несколько семей. И мы тут живем. Тепло, уютно. Вода горячая есть. Ну, душа нет у нас. В кранах вода горячая. Ну, тут люди вещи стирают, сушат. Вот это моя дверь вот. Вот наши пять окон. Вот это пять окон все наши. Вот. Это наша комната здесь. У нас большая комната. Но мы пока тут вдвоем. Там на пять кроватей. Мы пока вдвоем. Пока никого нет. Ага. Таня да, отошла с девками. Ходил. Ну там лед, Таня. Угу. Вот такая у нас природа здесь. Старый Рожмыталь называется городишко. Ну, такое небольшое, на 4000 людей, население. Ну, приятный город такой. И магазины есть. Можно скупиться. Сейчас у нас денег нет. Мы пока не скупляемся. Нас пока кормят. Хорошо кормят. Очень хорошо. 3 раза в день. Хорошие продукты. Ну, все, что нужно для человека, как говорится. Вот такие дела.